наркологический диспансер. Горячая линия, слушаю вас. Ежедневно на телефон горячей линии наркологического диспансера поступает не один десяток звонков. Люди неравнодушны к теме борьбы с наркотической зависимостью. Много вызовов от родителей подростков, которые хотят оградить своих детей от этой беды, но не всегда знают, как это правильно сделать. Ощущая потребность в работе с молодежью, сотрудники психиатрической больницы номер 24 вышли за рамки телефонных консультаций и начали проводить в учебных заведениях медицинские освещения. Каждый родитель хочет знать о своем ребеночке больше, да, и проводить такие медицинские вмешательства очень даже неплохо, да, выявление наркотиков и никотина в основном, да, мы выявляем. И родители очень положительно относятся к таким исследованиям. Горячая линия работает круглый год, но каждый раз ее тематика меняется. В сентябре в рамках Всероссийского месячника актуальна тема борьбы с наркоманией. Ежедневно с 8 утра и до 16 часов дня каждый житель Ленинского района может получить консультацию. Горячая линия нужна обязательно, потому что мы вот сейчас я с ребенком проехала очень долго. Медработники готовы ответить на все вопросы, связанные с оказанием наркологической помощи. Профилактика, лечение, как записаться на прием, как получить услугу и при каких условиях. Оказываем консультации родственникам пациентов, которых мы знаем, которые мы лечим. У пациентов бывают какие-то вопросы после того, как они были на приеме. Любые вопросы нужно задавать наркологу, какие вас интересуют. Телефон горячей линии 8-495-541-08-89. Звонок бесплатный. Есть волнующие вас вопросы? Звоните. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Евгений Садовский. Видное ТВ.